Давай. Молодец. Давай. Ногой упирайся. Да здесь камни сыпучие. Все, садись. Андрюх, я чуть не подвел. Слышал? Вроде. Там кто-нибудь есть? Может, показалось? Да не, внизу. Рядом. Эй! Кто-нибудь! Эй! Девушка! Эй! Мы здесь! Я здесь! Давай вместе. Мы здесь! Эй! Стойте на месте! Не ходите! Опасно! Мы спустимся! Вот глупая, как она вообще здесь оказалась? Куда ты? Там разлом! Можно по нему. А это совсем рядом. Вы что, не знаете, что здесь обрыв? И вообще... Как вы одна в горы пошли? Да я не одна, я с группой просто отстала. Я фильм документальный снимала, а тут камни начали падать. Андрюх, ты чего? Извините его, не обращайте внимания. Леонид. Ирина. Давайте ваши вещи, впереди сложный участок. Пойдете за Леней, а я вас страховать буду. Мой друг Андрей, талантливый физик и добрый, хороший человек. Оттает, не беспокойтесь. Мы что, стоять будем и лясы точить? Вы всегда такой строгий. Девушка, а вы мне не улыбайтесь. Что бы вы вообще без нас делали? Андрюх, ты чего? Вот именно, может быть, это судьба была нам здесь встретиться. Так, все, идем, скоро стемнеет. А вы скалолазы? Да. Держись, крепко держись. Давай шевелись, нам еще через реку перебираться. Там вода ледяная. Женщина в горах, это кирдык в вашей камере. Лёнь, куда ты унесёшь ведь? Быстрее, шевелись, замёрзнешь, Ихтиандр. Руку, руку давай. Молодец. Балбес, раздевайся, снимай себя всё немедленно, давай. Зачем ты туда сиганул? Она бы сказала, я бы и в пропасть сиганул. Дурак ты, Лёнька, ни одна женщина не стоит. Она стоит. Вот, возьмите. Спасибо. Не волнуйтесь, я потом починю. Может, не надо? Надо. Ты что, предлагаешь мне, как будущему врачу, игнорировать тот факт, что у тебя почти 40? Ну вот. А ты боялся. Приедешь к нам в Нижний Новгород, я тебе покажу одно чудесное место. Там... С чего это ты взял, что я приеду в Нижний Новгород? Приедешь в гости. И вообще, с умирающей физикой не спорят. Так, умирающий физик, спи давай. Так, все, кутаться и спать. А, ну и как спать? Я уже спал. Больной, не будете спать, не получите витаминку. Все. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
Ну-с, как больной? Жив? Жив. У него жар. Но до завтра должен поправиться. Тебя, кстати, девчонки из твоего лагеря искали. А я их предупредила, что с вами останусь. Ого! Спасибо. У тебя золотые руки, Андрей. А, кстати, сегодня звездопад. Представляешь, последнюю ночь. Предлагаю в благодарность за ремонт посмотреть его вместе. Ну, если хочешь, конечно. Ее бы желательно всю смазать. Угу. А пленки, к сожалению, твоей тю-тю не удалось сохранить. Да и бог с ними. Я уже тут столько пленок отсняла, так что память останется. Ну так, что насчет звездопада? Девушка, я бы вам предложил поискать звездочеты среди ваших друзей по походу. А у меня, по твоей милости, друг в палатке с температурой валяется, а ты... А ты мне тут глазки строишь. Я не строю. Ой. Ну что, доволен? А я за тебя отвечаю. Я, между прочим, твоей матери обещал. Передай ей, ваш сын умер от любви. Смешно, да? Андрю, она... У меня руки дрожат, когда я ее вижу. Ни в какой я Нижний Тагил ее не отпущу. Как думаешь, у нее есть шанс? Почему нет? До этого вечера все красивые девчонки уходили с тобой. Ира, она... Ира, это исключение. Понял? Так. Все, хватит болтать. Давай, спи. Мы палатку собирать будем или что? Или что? Ты что, рехнулся? Андрю! Лень, скажи, а то, что Ира с нами едет, это правда? Едет. А дальше что? Свадебный марш, дети, счастливая семья, так? Так вот, что тебя бесит. Послушай, Лень, тебе зачем ее на свою шею сейчас сажать? У нас только-только все стало получаться. Через год грант получим, в Америку уедем. Ты что, ревнуешь? Лень, я просто не хочу, чтобы ты сейчас все разрушил. Ты думаешь, ты ей нужен? Ей просто нужно выбраться из своего этого Нижнего Тагила. Повтори, что ты сказал. Да что слышал? Мне стоило только пальцем поманить, она тут же в этот же вечер прибежала бы ко мне. Еще одно слово, Андрюха, я тебе врежу, понял? Никогда не прощу. Ладно, прости, Лень. Ну, прости. Ну, не думала, что нас бабы разведут. Ну, и всех за борт, дружба. Ленька. Так, а вы почему до сих пор не собрались? А я уже готова. У вас все нормально? А женщинам все надо знать. Так, пустяки. У физиков свои секреты. Привет. Ленечка, я пойду помогу ребятам, ладно? Что это с ним? Thank you.
Ну куда ты ушел? Там уже все гости собрались. Да? Я просто хочу тебе сказать, что я тебя очень сильно люблю. Леонир, а куда вы ушли? Тетя Валь, да иду я, иду. А скажите, пожалуйста, а что вы чувствовали там, на вершине горы? Ну, я чувствовал, что я очень люблю мою жену Ирину. Очень сильно. И я это восхождение посвящаю моей любимой Ирине. Сними ты уже свой обвес. Да, сейчас сниму. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Хорошо. Супер. А прыгни еще. Я вот так, да-да-да, я вижу. Вау. Класс. Это наши горы. Это наши горы, да. Осторожно, маршрутка. Слушай, как здорово вообще. И я тебя тоже люблю. Ир. Все будет хорошо. Что это? Может, ты совсем рядом. Аслан, беги сюда. Беги сюда быстрее. Что произошло? Автобус упал. Надо их вытаскивать. Надо их как-то спасать. Что случилось? Маршрутный автобус пробил. Ограждение и упал вниз. Там люди в маршрутке упали. Делать? Ну, сделайте что-нибудь. Может, он жив? Я спущусь. Подержи. Это та маршрутка, которая вот только что проехала? Да, помогай. Дети, женщины, ну что сделать? Как им помочь? Помогите, пожалуйста. Придумайте что-нибудь. Ну, помогите, пожалуйста. Не волнуйся, все будет хорошо. Подстрахуй лучше. Леня, аккуратней, пожалуйста. Я не знаю, что с ним. Боже мой, маленькая. Она, наверное, напугана. Нужно ее в больницу. Вдруг у нее сотрясение мозга. Пожалуйста, остановите машину. Аслан, беги на дорогу. Стой, 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 стой. Ради бога, довезите этих людей, довезите их до больницы. А что случилось? У нас в селе хороший врач. Большое горе, много людей погибло. Садитесь, тут рядом за перевалом. Малышка, помоги тебе, Господи. Счастливо. Счастливо вам. Спасибо, спасибо. Помогай вам, Святой Георгий. А где здесь врач? Я скажите, врач. Где врача? А что случилось? Помогите, пожалуйста. Девочке плохо. Пошли со мной. Сколько длился приступ? Минут 10, не больше. Я сама медика подумала, что что-то с сердцем. Правильно подумали. Все признаки митрального стеноза. Я вам это и без всяких обследований скажу. Если вы медик, то должны были все это услышать. Ну что нам теперь делать? Что делать? Обследование и операцию. Но здесь это невозможно. Нужно везти во Владикавказ, оформлять, ждать квоту. Уложите ее, пожалуйста, в приемную. Ну, дождется ли она? Вот вопрос. Я не понимаю, если она врач, ваша жена, неужели она не заметила, что происходит с ее ребенком?
Доктор, это не наш ребенок. Маршрутка упала в ущелье, разбилась, а она спаслась. Может быть, в окно выбросила. Все, кто был в маршрутке, погибли. Ничего не осталось, ни документов, ничего. Даже имени не знаем. Да. Надо заявить в милицию. Я позвоню потом в отделение. Пусть установят родственников. А пока пусть побудет у меня. Доктор, простите, а можно я сегодня здесь с ней подежурю? У нас тут обстановка спартанская. Ничего страшного, я справлюсь. Ленечка, еще ее нужно чем-то покормить. А чем? Ну, придумай что-то. О, как раз. Я должен был подоить корову. Пошли со мной. Ира. Ира. Я очень боюсь, что она умрет. У нее опять был приступ. Должен же быть какой-то выход. Я звонила в Нижний Новгород. У меня там однокурсница работает в детском кардиоцентре. Я сказала, что она наша дочь. Они готовы принять девочку. Ира, Ира, ты что, с ума сошла? Ну что ты такое несешь? Мы не можем вот так взять ее и увезти. Ну почему? Это чужой ребенок. Ты же сам видел, что все в этой маршрутке погибли. Ира. Мы просто возьмем ее, оформим опекунство. Но у нее будет шанс, понимаешь? Девочка будет жить. Ира, милая, это твои эмоции. Я понимаю, ты переживаешь из-за этого новости беременности. Ира, все будет хорошо. У нас будут еще дети. Ира. Не будет. У нас не будет детей. Прости, Ленечка, я не сказала тебе. Доктор сказал, что после этого выкидыша я не смогу больше выносить здорового ребенка. Ленечка, пожалуйста, прости ее, блядь. Прости, пожалуйста, любимая. Что-нибудь получилось сделать? Вы понимаете, на что вы идете? Девчонка может умереть. Могут быть осложнения. Мы все решили. Это документы? Да, все, что смог. Свидетельство о рождении и направление на срочную госпитализацию. Все, можете забирать девчонку. Спасибо. Почему вы это делаете? Я врач. Не знаю, что дети не должны умирать. Мы можем ехать? Спасибо вам большое. Вот возьмите это все, что у нас есть. Что это еще вы удумали? Ну-ка спрячьте. Прячьте. Хорошо, возьмите хотя бы вот это на память. Спасибо. До свидания. Третий раз переглаживаешь эту стопку. Доктор сказал, что все должно быть стерильно, чтобы ни одна инфекция. Все, хватит. Пожалуйста, мне нужно хоть чуть-чуть поспать. Кто это? Я открою. Андрюха! Здорово! Здорово. Как ты? Откуда? Вообще, красава! Ну, показывай.
Ну, здрасте, здрасте, здрасте. Ну, ребят, вы чего как не родные? Обниматься будем? Привет, Андрей. А я с хорошими новостями. А вы какие-то невеселые. Я же не из Шепетовки приехал, а из Америки. Чего это с ней? Лень. А. Да не обращай внимания. Рассказывай, как сам, как Америка. Давай. А ты, Леня, сам скоро все увидишь. Что увижу? Ну, Америку. Лень. Американцы заинтересовались нашими разработками по аэродинамике. Они готовы финансировать эксперименты. Скоро НАСА выкупит наш проект. Ты понимаешь, ты мог себе это представить, Лень? Это дело нужно отметить. А, подожди, подожди, как же? Ты же сам говорил, что мы через год в России ракеты строить будем. Здесь никто ничего строить не будет, и ты это понимаешь лучше, чем я. Так что давай, бокал неси. Подожди, мне надо кое-что тебе сказать. Вот, Андрей, смотри. Мы девочку удочерили. Она сейчас в реанимации, в больнице после операции. Вы с ума сошли? Вам самим есть нечего. В институте четвертый месяц зарплату не платят. Ир, извини, нам надо поговорить. Это не важно, сейчас главное здоровье девочки. Так, да, хорошо, я понял. Девочка, Лень, но это ведь не отменяет того, чем мы занимались последние 5 лет. Андрей, я сказал, мне сейчас важно здоровье дочки. Только это. И я не готов сейчас ехать в Америку и продавать то, что принадлежит этой стране. А я готов! Так, слушай. Ты едешь со мной. Я привез приглашение от лаборатории из Невады. Тебе и мне через полгода получишь вид на жительство и сможешь перевести Ирину и ребенка. Андрей, я сказал нет. Да для тебя Америка – это новая жизнь. Да ты там сможешь заработать денег и сможешь прокормить, вот, семью свою. Лень, ты что? Опять сердце, да? Да. Господи. Лень. Сейчас. Лень, ты чего? Все нормально, все нормально. Лень, сердце? Да все. Лень. Андрей, уходи. Пожалуйста, уйди сейчас. Прости, Лень. Прости, друг, я не хотел. Я позвоню. Алло. Она очнулась. Леня, она очнулась. Наша дочка, она будет жить, слышишь? Господи, как я об этом мечтала. Еще 5 минут. Андрей. Привет. Привет. Ленька не смог прийти, с работы не отпустили. Да я понимаю. Когда вернешься? Не знаю. Поэтому запомни меня молодым. Хорошо. А я ведь до последнего надеялся, что Ленька согласится. Андрей, ты... Ты настоящий друг. Ты должен его понять. Да я все понимаю. Ира... Thank you.
Мне пора. Спасибо, что пришла. Ну, счастливо оставаться. Леньке, привет. Удачи тебе. Нира! Я, конечно, понимаю, что слишком поздно для этих слов, но... Но неужели ты так ничего не поняла, что я люблю тебя? Ты шутишь? Ты издеваешься надо мной? Нира, милая, ты не можешь себе представить, в каком аду я жил все это время, не позволяя себе даже посмотреть на тебя лишний раз, потому что боялся, что все поймут. Ленька, ты, а я любил тебя с того первого вечера. Господи, ну почему ты сейчас мне все это говоришь? Ну скажи, что тебя не тянет ко мне. Ты ведь и сейчас вся дрожишь. Ты думаешь, я не видел, не чувствовал, как ты все это время на меня смотришь? Да я не мог ничего поделать, потому что боялся, что Ленька все поймет, а потом было поздно. Нет, это подло. Это подло, слышишь? Пожалуйста, уезжай, никогда больше не возвращайся. Да. Я сейчас уеду. И никогда не вернусь. У нас у всех начнется новая жизнь. И меня больше не будет в твоей. Сейчас почту заберу. О, здорово. О. Проходи. Мам! Мама! Я сегодня поднялась и спустилась почти по отвесному склону, как настоящий альпинист. А где же вы нашли настоящую скалу? В озерцах. Вы с папой молодцы. Ну ладно, иди мой ручки, переодевайся, сейчас будем обедать. А? Тебе обязательно встречался. Письмо? Ага. С иностранным штемпелем. От кого это? От Федьки Нечаева. Вот, написал. Полгода уже в Америке. Ну что там? Здравствуйте, дорогие Ирина и Леонид. Встречался с Андреем. Он женился на американке. Кстати, Андрей очень высоко поднялся в ученом мире. Опубликовал свои разработки по новому применению аэродинамических свойств металла и запатентовал изобретение. Получил большие деньги. Но... Может быть, Федор что-то перепутал? Вы же вместе работали над этим проектом. Андрей не мог. Один раз предать — это не предать. Лёнь. А что у нас сегодня на обед? Грибной супчик. Так, садись. Голодная? Да. А? Представляешь, мы мальчишками, когда в горы лазили, Андрей мечтал покорить Эверест. Его всегда тянули за облачные дали. Представляешь, шпана, каждый день драки, губы разбиты, а он мечтает. И
ведь сбылось. Ты талантливый. У тебя все получится. У тебя все впереди. Потом самое главное, у тебя же есть мы. Мне надо на день-два в горы одному повозить. Отпустишь? Нет, Лен, не отпущу. Ну, пожалуйста, я боюсь. Глупенький. Ну, это ж горы. Ну, чего ты боишься? Все на пару дней. Да, но у тебя сердце, и доктор сказал, что... Сердце? У всех сердце. А горы... Я же в них оживаю. Отпустишь? Спасибо. Пережить твой поступок, но с каждым днем он мучает меня все больше. Ты не только предал наше общее дело, ты предал меня, нашу дружбу. И я не знаю, чего мне сейчас больнее. Я не могу тебя забыть или ненавидеть, но и простить тоже не могу. Это болит каждую минуту, я даже не могу описать эту боль. Я сейчас вспоминаю его отца, который погиб с дочкой в той аварии лет 15 назад. Вы помните, когда автобус упал в ущелье? Как бы он сейчас гордился своим сыном.
Давайте помолимся. Великий Творец, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Святой Георгий. Дай Бог здоровья всем, кто пригубит. Спасибо, Мишенька, что ты приехал. Ну, тетя Лана, ну как же я мог не приехать на праздник? Да ведь и нет у меня никого, кроме вас. Совсем взрослый стал. Не женился еще? Нет. Нет, мужчина без семьи не может. Корни слабеют. Ты у нас, Мишенька, в роду один остался. Ты не переживай, я за домом посмотрю. Даст Бог, ты приведешь сюда невестку, детишек. Хотел в прошлом году жениться. Вроде и умница, и красавица, и такая, что по углям за ней на край света пойдешь. Да, видать, не судьба. В один прекрасный день пришла и говорит: «Миша, люблю другого». И укатила с ним в Прибалтику. Так что нет, тетя Алана, не женюсь. Да не переживай. Значит, не твоя женщина была. Будет еще. Странное дело. 10 лет ведь уже мамы нет. А все как будто вчера. Да. Бедная. Она так тосковала по своей дочери Тамарочке. Очень часто плакала, ночами не спала, звала ее. Всю жизнь эта авария поломала. Была семья. Да. Отец, сестра, мать. И из них никого не стало. Возьми ее сережку на память. Она их очень любила, часто носила. Пусть будут у тебя. Хорошо? Спасибо. Племянничек. Молодец. Ура! Это было здорово. И вот смотри, вот здесь прямо пишет. Вот отсюда. До конца. Нин! Ну как я сегодня? Молоток. Всех парней сделал. Только ты особо на трассе не лихач. Мне отчаянно не нужны. Слышишь, говорю? Ну, конечно, слышу. Я еще чемпионат мира выиграю. Выиграешь. Вот по этому поводу я и хотел с тобой поговорить. Нет, ты сама подумай. Скалы для девушек – это как для балерин сцена. Закончишь институт, родишь ребенка, выйдешь замуж. И дальше чего? Вот оно, женское счастье? А у тебя талант. Тебе в сборную Кавашова надо, в Москву. Там у тебя все перспективы открыты. Здесь-то что? Ну, выиграешь ты чемпионат клуба. И дальше? На этом все закончится? Ты поговори с матерью, а? Вы меня сейчас заговариваете, что ли? Ну да. Я только об этом и мечтаю. Я сегодня с ней поговорю. Ну давай. Обещаешь? Обещаю. Спасибо вам большое. Давай, беги к подружке. Ну что, написал? Вот. А я что тебе говорил? Привет! Привет, красный. Привет. Явилась, а мать уже в морг собралась звонить. Ну ладно, мне пора. Ахминка, всыплю эти по первое число за твои фокусы. Не посмотрю, что 20 лет. Ладно, пока, до завтра. Пока. Пока. Ну что, как дела? Прости, пожалуйста, у меня сел телефон. Угу. Ну чего ты? А есть что-нибудь поесть?
Мы, по-моему, с тобой договаривались, что ты звонишь мне каждый день и сообщаешь, что с тобой все в порядке. Ты со своими горами забываешь обо всем на свете. Об учебе, обо мне. О том, что у тебя поезд завтра, в конце концов. Я вот возьму и не пущу тебя ни в какую Москву, ни в какие твои олимпийские сборные. Лучше не зли меня, Нин. Мама. Что? У меня к тебе важный разговор. Я разговаривала сегодня с тренером. Он сказал, что я скоро могу войти в молодежную сборную. Нет, дорогая моя, даже не мечтай. Хватит с меня того, что я потеряла в горах твоего отца. Ты же знаешь, папа умер не от этого. Нин, я сейчас совершенно о другом говорю. Ты сама вспомни. Сколько было потрачено сил, нервов, денег, чтобы перевести тебя в Московский университет. И все же помогали. Ректор, проректор, папины друзья. Все ради тебя. Ради твоего будущего. А ты заладила. Горы, 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 горы. Да я все это понимаю. Но ты же сама говорила, от судьбы не уйдешь. И ты знаешь, как я мечтаю об этом. Нина, уймись. Вот получишь диплом, тогда делай все, что хочешь, но только после диплома. Ты мне обещала. Ну все, я пойду. Ты как приедешь, сразу мне позвони, хорошо? Да, аптечку я собрала, все положила. Ниночка, следи за сердцем, пожалуйста. Я не шучу. Хорошо, мамулечка. С Богом. Ну, пока. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Береги себя. Да.